Эй, дружище, ты слышишь звуки сиреноголового? Если ты не успеешь поставить лайк и подписаться на мой канал за 5 секунд, то он за тобой придет. Хайо, дорогие друзья, всем огромнейший привет! У нас сегодня, ребята, в Гаррис Моде будет еще одна битва головых. Да, ребята, монстров Тревора Хендерсона, новых, ребята, видов головых. Это унитазоголовый. Причем, ребят, не обычный унитазоголовый, а мутант унитазоголовый. Вы, ребят, посмотрите. Это, ребят, уже какая-то новая прям версия унитазоголового. Точнее, смотрите, у него, ребят, такое прокачанное какое-то новое тело. Ну и, ребята, сегодня против него будет сражаться какашкоголовый. Какашкоголовый у нас, ребят, видите, пока что еще не мутировал. Он обычный. Чуть-чуть, ребят, только цвет, видите, немножко поменял. У меня уже, ребята, на канале были отдельные ролики про этих головых. И сегодня мы, ребята, выясним, какой из них более сильный и кто же победит. Пишите, ребят, конечно же, в комментариях, как вы считаете, кто сегодня победит. Вообще, ребят, по идее, как бы... Унитаз создан для уничтожения какашек. По идее, ребят, унитазоголовый должен победить. Но кто его знает, ребят, посмотрим сегодня. Да, ребят, пишите в комментариях, как вы считаете, кто победит, кто, ребят, более сильный, за кого болеете. Конечно же, с вас много-много лайков. Давайте мы, друзья, на этой серии наберем 5000 лайков. У меня, ребята, на канале будет больше Гаррис Мода и больше, ребят, роликов про SCP и монстров Тревора Хендерсона. Но мы, ребята, в общем, начинаем. Смотрите, друзья, получается, у нас есть уже сейчас сразу же два вида новых вот этих вот сиреноголовых. Точнее, ребят, это получается унитазоголовый и какашкоголовый. Братан, с какого, получается, мы начнем? Да, конечно. Получается, сейчас, ребят, будет выживание против них. Подожди, это знаешь... Давай против мутанта повыживаем. Это как вопрос, а что первее было, курица или яйцо? Мне кажется, ребята, раньше все-таки был унитаз. Да, мне кажется, наоборот. А хотя да, наоборот, наоборот. Сначала все-таки, ребята, какашка, наверное, появилась, потом люди додумались... Собственно, куда нужно эти какашки отправлять, и сделали у них... И, короче, это, ребят, вообще, как бы, из другой игры, из другой, вообще, все... В общем, просто, ребят, удаляем неважно, какашку, неважно. Это, ребят, неважно. Мы тут, как бы, зашли не философствовать, а мы сюда, ребят, как бы, сегодня зашли проводить крутые эксперименты. Так, философствование, ребят, давайте мы оставим уже для других... Сегодня у нас, ребят, тупо будут крутые эксперименты с головами. Да, друзья, как вы заметили, унитазоголовый необычный. Это, ребят, мутант. Очень-очень жесткий, быстрый, сильный. Так, все готовы? Раз, два, три. Стреляем, давайте по нему. Куда он? Смотрите, ребят, просто взял и пошел. Мне кажется, у него тактика есть, и он ее придерживается. Иди сюда. Иди сюда, засранец, блин. Иди сюда. Иди сюда. Я его не боюсь. А, он идет сюда. Он идет сюда, он идет сюда. Я его боюсь. О, стреляем, 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 стреляем. Там, ребят, видели, походу, в лесу был дарк. Понятно, понятно. Стреляем. Так, давай, Райзен, ты приманка, полный вперед. Давай к нему. А уже видите, ребят, в принципе, приманка иди нужда. Назад, 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 назад. Так, 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 друзья, смотрите, Райзена сожрали. Сожрали, друзья, Райзена. Так, 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 стреляем, 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 стреляем. На-на-на-на-на. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, ребят, транспорт просто уничтожили. Что? Ребят, смотрите, просто что он творит. Миниган берем. А я давай, братан, беру тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох, что? Он пробежал мимо. Да ладно. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Ребят, убегаем. Пацаны, прикройте, прикройте, прикройте. Парни. Нормально, нормально, а че он за мной именно бегает, а? Почему, ребят, именно за мной? Так, 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 так. Братан, живи, живи, живи. Как он, ребята, быстро, это просто невозможно. Меня убить не так-то просто. Есть, есть, друзья, попадание. Так, берем, давайте, друзья, пулемет и просто стреляем, стреляем, стреляем. Нет, 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 нет. Тихо, 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 тихо. Пацаны, стреляйте по нему. Прикройте, прикройте, прикройте. Лимон, давай, давай. Стоп, а где пацаны? Где Дарк и Райзен? Не знаю, уже, видимо, умерли. Так, ребят, давай. Стреляем, стреляем. Ё-моё. Тихо, 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 тихо. Нифига так, себе он быстрый. Нифига себе он, ребята, А, он меня схватил! Так, он тебя съел? Он меня, братан, съел, все, да. А, так ладно, нифига себе он, ребят, сильный, да? Ой, ой, сюда, видите, друзья, бежит. Сюда, 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 сюда. Что-нибудь, друзья, просто берем что-нибудь. Я его убил? Пушку и добил его с четырех выстрелов. Ну ты с имбовой пушки его убил, понятно. Но это с четырех выстрелов, извини меня, мы и так 3 минуты его били, так что не надо. Ребят, короче, видите, просто нереально сильный вот этот вот унитазоголовый мутант. Именно, ребят, мутант, потому что обычный унитазоголовый не такой вот сильный. Видите, ребят, просто мутант, по-моему, сильнее, чем обычный унитазоголовый. Наверное, раз в 5. Просто, ребят, нереальнейшая, лютейшая сила, силище просто какое-то. И давайте мы сейчас, друзья, повоюем против какашкоголового.
Ну и мы теперь, ребята, сейчас будем сражаться против какашкоголового. Правда, ребят, в чем, знаете, прикол? Дело в том, что мы, друзья, попали не в обычную зону, мы, друзья, попали в какую-то аномальную зону. И смотрите, в итоге в кого превратился наш какашкоголовый. Короче, он, друзья, видите, тоже мутировал. Братан, смотри, у него целых... Охренеть! Три теперь сирены, было всего две. Теперь, ребят, целых три. И какашка. Нифига себе. Охренеть, и смотри, слушай. У него какой-то скелет прям внизу вместо... Его как бы тело, чего? Он сидит очень странно. Капец. Ладно, парни, давайте отойдем от него. Так, подожди, вот теперь можно. Ребят, смотрите, просто в крови после предыдущей битвы. Так, раз, два и три. Давай. Все, друзья. Опа, побежал, я вижу. Он, сидя на заднице, посмотри, получается, передвигается. Посмотри, офигеть! Какой он быстрый. Ребят, стреляем по нему. Так, давай, он залагал давай. Джипу. Да, ребят, смотрите, вот, короче, просто-просто в джипе залагал. А! Что он такой быстрый? Братан, спасибо. Ой, а что ко мне? Нет. Ребят, смотрите, просто полная жесть происходит. Я, пожалуй, так, стреляем. Убежать. Так. Ребята, где тихо, Райзен, беги. Убежал. Ой. Ой-ой, ребят. Беги к озеру. Окей, понял. Ребят, быстрее бежим, пока он меня не схватил. К озеру в воду прыгать? Ну да, типа того. Ребят, вроде в воде, получается, наши головы не особо хорошо перемещаются. Я его вижу, вот он. На другом конце стреляйте озера. По нему. На... Так, ребят, смотрите, он в воду полезет или нет? А где он? Он под водой где-то? О, смотри, он здесь вылез. Ребят, это же какашкоголовый. Ё-моё, братан, беги. Под водой тебя это не спасет. Ой-ой-ой-ой-ой. А! Да ладно, нифига себе. Он тебя убил? Он просто в припрыжку, ты понимаешь, братан, меня убил? Так, ребят. Охренеть. NPC, давайте, друзья, короче, спавним NPC, которые нам, конечно же, помогут в битве. Так, я бегу к тебе. С ним. Братан, короче, веди к спавну. Спавну давай, его, веди, быстрее, вижу. Ребят, стреляем. Он всех убил просто одного удара. Всех. Ребята, вы это видели? Вау! Убегаем. Я его убил! Снова я что ли? Да серьезно? Я его с пулемета на этот раз добил, без капец, эмбового ребят. Оружия. Ну, короче, ребят, получается, мы сегодня были приманочкой, а Лимоня был охотником. Понятно. Ну, ребята, что в итоге получается? Как по мне, все-таки воевать было сложнее против первого. Хотя вот именно, ребят, убежать, конечно же, было сложнее против второго. Не-не-не-не, я считаю, по живой что части как бы, первый получается, победил. У первого побольше жизни, но он потупее. То есть от него легко убежать. Его легко закайтить и все остальное. Хотя, знаешь, а вот этот убил всех воевать... с просто одного удара. Всех, ребят, смотрите, да. NPC, нас. Ну, короче, это все, ребят, крайне, видите, спорно. Как-то все, ребят, непонятно. Вот такие прикольные, ребят, получились у нас предварительные результаты. Ну и давайте мы теперь, ребят, устроим битву и все-таки выясним, кто из них более сильный. Ну и мы, друзья, только что переместились на арену. Вот, ребят, посмотрите, наши, получается, головые. Вот, друзья, какашкоголовый. Кстати, Лимон, смотри, по-моему, он постепенно все больше и больше мутирует. Да, посмотри. Какие-то какашки стали большие. Разделенные какие-то, смотрите, понимаю. Ребят. Да и вообще, ребят, видите, как-то изменился, по-моему. Цвет какой-то теперь другой. Воняет все так же сильно, я тебе хочу сказать. Да, фу, блин, ребят, капец. Ну, кстати, унитаз за головой примерно все тот же самый, увидите. Все, ребят, тот же самый формы. Честно, воняет не лучше. Да не, ну получше все равно, получше. Три, два, один. Все, ребята, включаем их, давайте. Смотрите, ребят, у нас подбегает, получается, унитазоголовый. Он, ребята, бьет какашкоголового. Так. И давайте сейчас, ребят, посмотрим, что же в итоге будет. Так, видите, они, ребят, друг друга подойду. Бьют. Пацаны, все подальше от них. Подальше. Так, что там? И в итоге, ребята, видите, дерутся. Видите, ребят, какашкоголовый берет и бьет подзатыльники унитазоголовому. Да кто там, на. Так просто, он не подзатыльники, он по щам просто дает чисто. Ну-ка, это в район сирен ему дает. По бачку, да. Да, ребят. Этот вот, ну, давайте, ну что вы друг друга просто, по-моему, гладите, блин, серьезно. Деритесь, давайте. Так. Сейчас, ребят, короче, ждем. Да, в смысле, какашкоголовый победил.
Чего? Да. А я тебе говорю, возможно, что он сильнее. Он, ребят, мутировал настолько, что он постоянно становится все сильнее и сильнее и побил, ребят, унитаза голова. По идее, как бы, ребят, какашка не должна победить унитаз, но в Гаррис моде, видите, ребят, все наоборот. Все возможно, я бы хотел. Все, ребят, возможно, капец. Но это, ребят, как по мне, просто невозможно, ну серьезно. Какашка, как бы, по идее, должна была проиграть. Но в итоге она, ребят, победила. Ну, ты ее убил, конечно же. Ну да, короче, да, друзья, это? Вот такая у нас сегодня была прикольная серия, вот такой, да, друзья, прикольный экспериментик. Конечно же, ставьте лайки, и, ребят, конечно же, предлагайте в комментариях, какие нам еще эксперименты в Гаррис моде провести, с какими еще, друзья, монстрами, головами, и, ребят, другими SCP, и монстрами Тревора Хендерсона. Конечно же, не забывайтесь подписываться на канал. Ну, это, конечно же, это, конечно же. Ой-ой-ой! Ребят, что, кстати, очень-очень много появилось новых видов сиреноголовых, других головых, так что, конечно, ждите про них, друзья, ролики. Все. Я боюсь. В принципе, ребят, на этом давайте мы будем с вами прощаться. С вами, как всегда, были Славик Маст и Лимония. Всем, друзья, пока-пока-пока. Всем пока, друзья.